Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу показать вам астрологический ритуал. Это отворот, мой авторский тоже. Чтобы отворожить человека, делаем в субботу, чертим данную печать такую. А лучше цифры против часовой стрелки наносить. Наносим в субботу. Можно на ткани, но лучше на бумаге. Я говорю, черным цветом нанесли. Нам понадобится также серая соль, смешанная с семенами мака еще плюс. Фотографии объекта, но я буду показывать листочек. То есть листочек ложим лицевой стороной, то есть лицом к печати человека. Дальше. Мы обсыпаем серой солью против часовой стрелки с маком. Как говорится, лучше, как говорится, брать руками сыпать. Так, посыпали. Теперь мы читаем три раза заклинание, тоже составленное мной. Сатурн, Адонай, холод теки по телу и души, имя говорим человека, которого отвораживаем. Асим кадос инаима садай капара, капара, капара. Дальше. Потом, как только это полежало, складываем вот так листок против часовой стрелки. Раз, раз и раз. В конвертик такой складываем. И потом мы это просто выкидываем. То есть в любую помойку, в любую, можно в лесу где-то даже закопать, выкинуть. В любое место, где, естественно, не найдут, но где будет валяться в мусоре, в грязи и так далее. Как прошлое избавляться, да? И отворот быстро действует, потому что астрологическая магия, она графическая тоже магия. Если все правильно с планетами вы сделали, все будет прекрасно. То есть это, по сути, как планетарная магия, да? Всем удачи, успех! С вами был Александр Пчев. Луна тут не имеет значения. Всем удачи!